Синтезатор Yamaha, мотив шестой. Старичок, американец. 120 вольт. Ну и, конечно же, нашелся человек, который включил его в 220. Поехали. Так, надежды на обычный блок питания не оправдались. Сейчас посмотрим поближе. Так, ну вот видим сдувшийся конденсатор. Ну вот это как минимум предохранитель. Посмотрим, насколько хорошо Yamaha защитила свой блок питания. Ага, дежурка зачем-то есть. Или это они такой дроссель? Нет, это все-таки похоже на трансформатор. Ладно, разберемся. Так. Так, поставим новый предохранитель. Сейчас посмотрим, что у нас с блоком питания. Так, использовался вот такой у нас адаптер. Сейчас мы включим 220. Посмотрим, что у него на выходе. Вот уже намутили. Так, так, так. Сверху мы поставим. На переменку. Ну, 113 вольт. Хорошо. Ладно. Сейчас, если переходится, сразу сгорит. Значит, нам очень не повезло. Так, вроде бы не сгорел. Давайте посмотрим, что происходит с клавишей. Так. Ну. Опа. У меня был случай, когда вот после такого включения случилась проблема с памятью. Прошел импульс. Но пока на экране еще пишет красиво. Сейчас попробуем ее подключить на звук. Что играет? Ну что, осталось поменять конденсатор и собрать. На этом все. Хорошо, что защитилось.